Темы этих бесед весьма актуальны и всегда разные. Первые три семинара были посвящены гармонизации этнических отношений в Казахстане. Четвертое – возрождению плодотворных культурных связей между Кыргызстаном и нашей страной. Цель пятого и шестого – еще более сблизить народы Центральной Азии. В этом году темой дискуссии стала «Война и мир в памяти Великого Шелкового пути». И главная задача научной и творческой интеллигенции – не допустить, чтобы эта древняя дорога мира и гуманности никогда не стала танковой. Мы с горечью констатируем, то, что распадаются связи, былые прочные плодотворные связи между народами, проживающими в наших независимых новых государствах. Все предложения, они как бы нацелены на то, чтобы оживить и наполнить реальным содержанием вот эти рвущиеся, к сожалению, так, связи между народами, странами нашего региона. Главная проблема сейчас во всем мире, считает известный отечественный писатель, драматург Елубай Смагул, сохранить национальные особенности, традиции и культуру в эпоху глобализации. Ведь в наши дни с лица планеты каждый месяц исчезает по два языка. Эта угроза уже, я думаю, нависает и над Центральной Азией, и над казахским языком. Если мы не будем бороться, если мы не будем искать пути выживания национальных культур, то мы в условиях глобализации можем просто терять свое лицо. А это очень опасно. Однако, по словам директора Института языков, литературы, востоковедения и письменного наследия Таджикистана Акбара Турсунова, бороться за сохранение национальных культур в одиночку нельзя. Ученый сформулировал принцип совыживания. Физикой доказано, что если все было бы однородно во Вселенной, то ничего бы не возникло. Именно неоднородности поражают и жизнь, и обеспечивают и гаранты будущего. А здесь принцип совыживания. То есть давайте активно все бороться, сохранить культурную самобытность, взаимодействовать. Изучают опыт друг друга, распространяют. Вот. Это такой момент активности, и поэтому она более требуется на современном уровне мышления. По итогам трехдневной плодотворной работы участники семинара приняли резолюцию, в которой содержатся рекомендации правительствам пяти государств Центральной Азии. Также решено было создать специальный сайт, информирующий о культурных поисках, событиях и достижениях со всего региона. Екатерина Потягина, Сергей Шуйский, Иркутская область, Кыргызстан.